В период новогодних и рождественских праздников на территории Саратовской области проведены оперативно-профилактические мероприятия, в которых задействовались сотрудники служб и подразделений полиции, регионального управления ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, военно-следственного комитета, а также сотрудники районных военкоматов. За время проведения мероприятий полицейскими выявлено 63 административных нарушения в сфере миграции, таких как нарушение порядка пребывания, проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации, незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности. В вечернее время осуществлялись проверки увеселительных заведений, объектов общественного питания, а также букмекерские организации. В одном из увеселительных заведений в рамках проверки выявлено два иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность в качестве поваров без разрешительных документов. В отношении указанных граждан составлены административные протоколы, в отношении работодателя проводится проверка. Сотрудниками военкоматов вручено 5 повесток о необходимости прибытия в районные военкоматы и постановки на воинский учет. Результаты оперативно-профилактических мероприятий в целом достигли профилактического эффекта и способствовали стабилизации миграционной обстановки в области.